Всем доброе утро, мои хорошие. Я давно не выпускала влоги без причины, короче. Если это что-то объясняет. Сегодня будет влог, сегодня я вам расскажу о погоде, о моментах в городе происходящих. И я вышла работать в такси опять. Да, с кайфом, самое главное. И время сейчас 6 утра, я еду на первую заявочку. И заявок вполне достаточно, чтобы вы понимали. Вчера было воскресенье. Я просто настолько активно ездила. Я просто 41 заявку сделала. 41 заявку за день. Это просто что-то вообще нереальное. Вот, посмотрим, как будет сегодня. Посмотрим, какая будет насыщенность. В общем, все обязательно покажу. Оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца. На улице сейчас 6 градусов. Достаточно комфортная погода. Я просто в костюмчике, в летних кроссовках. У меня дочь вообще всю зиму проходила просто в летних кроссовках. Не потому, что у нее обуви нет, а потому, что она так хочет сама. Такая красота у нас открывается, штиль, такая тишина, такое умиротворение, так хорошо. ЖК Черноморский еще спит. Кто-то спит, а кто-то уже не спит. Ласточка моя. Даже еще кофе закрыто. Ой, приехала сюда по заявочке. Но отсюда никто уезжать никуда не хочет. Так что ждем. Сегодня будет шикарный денечек с хорошим, прекрасным настроением и позитивными эмоциями. Все, кто хочет приехать на сезон 24 года, вы можете обратиться ко мне, либо пройти сразу по ссылке в Telegram, которая находится в описании под этим видео. Там прописаны условия вступления в базу, где находятся собственники. То есть вы напрямую, без посредников, заходите туда, подбираете себе жилье, приезжаете, отдыхаете. Все. Все элементарно просто. Ссылка, опять же, скажу в описании под этим видео. Переходите и ознакомьтесь. Я думаю, будет этот день, когда я поменяю это лобовое стекло. Сейчас прошу прощения за трещину, но ничего изменить не могу. У нас рассвет, полупустой город, светофоры не работают, людей очень мало, все спят еще. Обожаю в такое время выходить работать в такси, потому что уже есть заявки, достаточное количество, но нет просто на дорогах машин и пробок. И это очень радует, потому что ты не стоишь, а реально ездишь. Сейчас с 7 часов начнется пиковое время, школьники, садик. Также будет немерено просто заявок. А потом я пиковое время поработаю и пойду посплю. Это когда пожру борща, посплю, поем. Опять пожру борща. Это где-то я не слышала. Камеди, по-моему, если я не ошибаюсь. Итак, друзья, я еще хочу вас пригласить в свой чат, который находится в WhatsApp. Там больше 100 человек. Мы общаемся очень дружной, огромной компанией. И ближе уже к летнему времени начнем собираться, делать встречи, да, там в кафешку, либо еще куда-нибудь. Так что ссылка в описании под этим видео, просто по ней проходите и вступаете в чат, и все. Вот, все элементарное просто. А теперь едем на заявочку. С утра у кого такое настроение бывает шикарное, кроме как не у меня? Меня, согласна. Вам хорошего, позитивного дня, отличного настроения. Больше улыбайтесь, и люди потянутся, знаете. У меня самое чистое стекло в мире, это все. На самом деле, чистая машина всю просто выдраила стекло из-за того, что курилку курю. И поэтому оно так вот переливается изнутри. Да. Такое себе развлечение. Я до сих пор катаюсь. Время уже 9 утра. То есть я уже катаюсь 3 часика. С превеликим удовольствием. С шикарной погодой. На улице 10 градусов. Тепло, светит солнце. И дует теплый такой южный ветерок. Короче, на улице уже в
все цветет, запах костра. Самое мое любимое время года, когда еще не только запах костра, а еще запах шашлыка, цветения и солнца. Вот это просто трэш. Это очень круто. Я не знаю, не передать, наверное, эти эмоции, но я благодарна судьбе, что он меня, он, ну, божечка, закинул, дал мне возможность сюда переехать, и я об этом ни капли не жалею, просто. Я живу и радуюсь жизни. И вам того же совета. Короче, я созвонилась со специалистом, со стоматологом, и сейчас еду на прием. Все-таки вопрос с моим черным зубом, как бы это противно не звучало, еще не закрыт. Меня он раздражает дико, но вы меня простите, я в ближайшее время все исправлю. Сейчас приеду к ней и вообще спрошу, что вообще можно сделать. Может, заплатку поставить, не знаю, закрасить, может, его или еще что-нибудь. Ну, потому что это все, это у меня уже крик души, я хочу голливудскую улыбку. Конечно, у меня ее не будет, понятное дело, но хотя бы убрать эту черноту, которая внутри, она просто не убирается, она не очищается ни порошком зубным, ни пастой, ничем вообще, это ужасно. Вот, так что сейчас я поеду туда и послушаю, что мне скажут. Ну, я верю в то, что это все можно исправить. Не на самом деле все так критично. Наверное, надеюсь на это, да. Это все начинается придурь в моей голове. Шикарная погода на улице, 12 градусов. Тепло. Я, чтобы вы понимали, еду сейчас вот просто в кофте, да, вот в леггинсах, в летних кроссовках. И мне жарко. То есть можно спокойно снять кофту, уехать в футболке. Сегодня я уже видела людей, которые ходят в футболках и в шортах. У нас достаточно хорошая погода. То есть прям весеннее-весеннее. Каждый день прогноз идет плюс, за плюс 10. 12, 14, 15, 11. Вот так еще варьироваться будет. Но я думаю, что тепло придет очень скоро. Все цветет, все пахнет. Такой кайф. Я так ждала этого времени. Я наслаждаюсь. Вот я катаюсь в такси не для того, чтобы бабки заработать, знаете, а для того, чтобы смотреть на всю эту красоту. Смотреть на горы, на людей. Вчера я видела ужасную аварию. Машина просто лежала на крыше. То есть у одной морда снесена, а вторая просто на крыше лежала. Вот. Еще не было ни полиции, ни скорой, никого. Я как раз в этот момент приезжала с пассажирами. Ну, то есть там останавливаться не вариант было. Вот. Ну, я думаю, что вы в новостях, скорее всего, уже это видели. Если не видели, то увидите. Поехали дальше. Итак, дорогие друзья, что хочу еще вам сказать по поводу экскурсии в Геленджике. Вы можете обратиться ко мне, я сама лично повезу вас по красивейшим местам, достопримечательностям. Все с вами посмотрим, я с вами погуляю, все расскажу, покажу. Короче, обращайтесь ко мне, вам очень понравится досуг в Геленджике. Вы увидите очень много красивейших просто мест нашего прекрасного города и окрестностей. Номер телефона в описании под этим видео. Знаете что, я такая счастливая просто. Почему я раньше не додумалась пойти к своему стоматологу, которого я всегда зубы ремонтировала? Она мне говорит, спокойно, все сделаем, все уберем, говорит, цена вопроса 3500. Пфф, если бы я знала раньше, точнее додумалась бы моя головушка. Видимо, там извилины не всегда работают в правильном направлении. Короче, я записалась, скоро у меня будет не черный зуб. Вот на самом деле для счастья немного надо быть красивой, стройной, ухоженной. Вот что мне нужно. Я кайфую вообще. Тарам-та-там. Еду в солярий. Да. Работаю чисто себя. Точу. Ну а чё не? У меня зуб, мне даже кажется, даже тут видно. Ладно, не обращайте внимания, скоро его не будет. Наконец-то, наконец-то. Все, друзья, солярий и Кристюша в гости.
моему сыночку Тимурчику. Погнали. Ого! Тимурчик, привет! Спасибо, Кристин, я просто снимаю видео твоего сыночка маленького. Ага, ага, стоп, стоп, мальчик, стоп! Типа, что, давай поговорим? Давай, ну? Что ты хочешь? Ох, ты хитренький какой. Ты что, на меня лезешь? Ты что, юный блогер? Маленький такой. Тут и счастье мое. Говори привет. А покажи, как умеешь махать пока. Пока покажи. Как пока? Что ты на меня лезешь? Ты что, царь горы, что ли? Залез на меня. Да, Тимурчик, все, я сейчас упаду. Ну? Маленький пацан какой. На, на. Я сегодня 1000 раз уже переоделась. Капец, то жарко, непонятно, в машине жарко, на улице свежо. Сейчас так хорошо прям распогодилось. Еду опять домой, сейчас приготовлю что-нибудь мелкое покушать на обед. И... поеду дальше работать, соответственно. Я хочу поделиться с вами, знаете, какой новостью. Я записалась на лазерную эпиляцию. Я так давно мечтала об этом. Просто капец. И вот первая процедура у меня будет через 6 дней. Я просто счастлива. Лазерная эпиляция практически всего тела. Оф, ауф. Потом вам обязательно расскажу по результату. Ну, как мне специалист сказала, что будет с первого раза уже эффект. Посмотрим, посмотрим. Я хочу успеть к лету. Короче, процедуру раз в 3 недели делают. И надо как минимум процедур 10. Около 5000 одна процедура. Блин, подавилась. Ладно, я поехала, короче, в сторону дома, в магазин, в сторону дома. Что-нибудь приготовлю покушать. Вкусненькое. Пюрешечку. Обожаю пюрешечку. Картошку в любом виде люблю вообще. Да посмотрите, что такое. Ужас, ужас. Все, поехала. Так, друзья, у нас вечереет. Все. Вот такой вот красивейший закат. Морюшко. Очистные строят. Здесь ребята шашлыки жарят. Аромат стоит просто божественный. Ой, вообще кайф. Как хорошо на улице. Так тепло, так. Ветра нету. Короче, друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всего хорошего. Пока.